А экоактивисты не прекращают свои демонстрации ни в будни, ни в праздники. 131-й день на проходящем через Шушу участке дороги Лачин-Ханкенди продолжается акция протеста против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахе. Как сообщает с места событий наш корреспондент Эльнур Тофик, требования экоактивистов и представителей неправительственных организаций остаются неизменными. Дорога, на участке которой проходит акция протеста, открыта для беспрепятственного проезда автотранспортных средств Международного комитета Красного Креста и российского миротворческого контингента.